Ткачев, красота! Я сейчас за голову схватился от удивления. За «Динамовцев» 25 лет вообще центральный защитник. Но сегодня моменты 2-1. Нет, ну вот это развязка, это Делькин и пистолеты, Эль Пистолето Луис Суареса. Что такое? Еще раз Делькин, и мяч в ворота, и показывает на центр, да, разыграли, и мяч в воротах, прямой не идет, розыгрыш, да, Делькин, 64-я минута, вспоминал я про Артема. Алиев на границе штрафной, пробить, ничего бы нет, дальше, розыгрыш, Ткачев, удар, 1-1, Сергей Ткачев, красота! Геометрия футбольная, настоящая, очень здорово это было все разыграно. Есть преимущество игровое по владению мячом. Уай, это что было? Такая ошибка может наказывать Краснодар и моментально это делает. Да, но такие ошибки на таком уровне от Дениса Фомина должны быть наказаны забитым мячом. Здесь совершенно без обид, потому что, играя в меньшинстве... Пробил хорошо, но не забил, а здесь попытка огорошить голкипера. Ой, какой гол! Я сейчас за голову схватился от удивления. Это же невозможно прокомментировать нормально. Это же шедевр, это же гениально.